И всем здорово, народ! Сегодня поговорим о Мариупольском электротранспорте. Но, в частности, о трамвае, поскольку недавно его открыли. В честь этого я записываю данный ролик. Ну а вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Окунемся ненадолго в историю. Мариупольский трамвай был открыт 1 мая 1933 года. Тогда начала свою работу первая трамвайная линия от улицы Франко до гавани Шмидта. В 1945 году уже существовало 4 трамвайных маршрута. Трамвай после появления троллейбуса в 1970 году прекратил свое бурное развитие. В конце 70-х годов обновлялся парк подвижного состава на более новые по тому времени 71-605. В годы независимости в 1993 году была продлена трамвайная линия от улицы Полевой до Горбалицы номер 2. 27 марта 2017 года была закрыта ветка на Аглофабрику. Тогда же началась полная замена трамваев модели 71-605 и 71-608К на БУ из Европы в виде Татра-Т3А и Татра-Т3СУКС. 24 февраля 2022 года был введен бесплатный проезд, а уже в марте 2022 года трамвай перестал работать из-за боевых действий. И вот уже после присоединения к России в Мариуполе открылся трамвай. Сейчас работает только маршрут номер 10, но в ближайшее время планируется открыть еще 7 трамвайных маршрутов. Троллейбус открылся раньше, чем трамвай. Я все-таки надеюсь, что трамвай там будет процветать. Будут открываться новые маршруты и депо. В общем, я надеюсь на хорошее будущее и долголетие Мариупольского трамвая. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.